Его чем-то накачали. Нашего деда в свое время загрызли. Запашный опустился до того, что полотенце Федору несет. Я такой сижу, думаю, боже мой, Федор, ты на какой планете живешь? С чем было смириться сложнее всего? С отсутствием секса. Это были худшие дни моей жизни. Я не понимаю, вот падла он или не падла, понимаешь, что Запашный приносит удачу. Тут же веслом надо по башке дать за такое поведение, и все. Мой кумир Майкл Джексон, а виноват Мик Джаггер. Иннокентию 8 лет. Поворачивается ко мне, говорит, ему осталось 2 недели. Алексей! Всем привет, с вами снова я. Надеюсь, имя мое уже запомнили. В общем, сегодняшний гость у нас скрывает вот в этом здании. И правильно, это Большой Московский цирк. Надеюсь, я правильно назвал это учреждение. И сегодня мы будем общаться с Эдгардом Запашным. Понеслась! Эдгард, сейчас лето, сезон отпусков, и в целом, как мне кажется, что в цирке довольно сложно придумать что-то новое. Как происходит вот развитие идеи, реализация программы, вот мозговой штурм креативный? Нет ли кризиса летнего, допустим? Нет, мы к времени года не привязаны, так как любой цирковой проект, он делается очень заблаговременно. И идеи порой возникают за год до премьеры, потому что знаем вперед график мероприятий, которые мы должны осуществить, и понимаем, в какое время они будут осуществлены. Вот... Конечно, задолго, за много лет уже мы знали, что будет проходить чемпионат мира по футболу. И я подошел к моему брату Аскольду, как художественному руководителю цирка, и сказал, говорю, Аскольд, мое пожелание остается таким, что надо не пропустить эту тему. Надо сделать так, чтобы мы эту тему затронули у себя. Он какое-то время ходил, думал и, так сказать, придумал спектакль под названием «Эпицентр мира», что отражает на сегодняшний момент актуальность происходящего, потому что чемпионат мира по футболу – это самое большое мероприятие из спортивных, ну, за исключением Олимпийских игр, самая популярная игра в мире, и все внимание будет приковано, естественно, к России. То есть мы становимся эпицентром мира. И он решил обыграть эту историю, как болельщики со всех стран едут к нам, сюда, в Россию, смотреть на футбол, познавать страну и показывать себя. И по отзывам и прессы, и нашего зрителя, на сегодняшний день это один из самых лучших спектаклей, который получился. Потому что он актуальный, потому что он интересный, потому что он понятен, так сказать, на злобу дня. И он привлекает большое количество иностранных туристов, которые действительно между матчами приходили сюда, смотрели, понимали, что где-то мы над ними стебемся, где-то мы их подкалываем. То есть спрос даже больше получился, да, за счет туристов? Нет, ну то, что мы сейчас видим, гораздо больший ажиотаж по продаже билетов, чем в прошлом году, это факт налицо. А насколько актуально вообще говорить об окупаемости в плане продаж билетов? Потому что вот наши любимые с тобой единоборства, они нисколько не зарабатывают почти на билетах. В цирке иная ситуация? В цирке ситуация по стране и в столичных цирках разная. То есть мы с вами находимся в государстве, где в целом ситуация в стране находится, ну, не на самом лучшем уровне по платежеспособности страны. То есть цирк – это прямое отражение ситуации в стране. И на сегодняшний день и на протяжении уже многих лет, к сожалению, цирковое искусство, как и театральное искусство, дотируется государством. Но есть всегда но. Столичные цирки, Москва, Санкт-Петербург и даже Казань, как столица Татарстана, они являются прибыльными цирками, не финансируются государством, не поддерживаются, приносят прибыль. Но я уже несколько лет подряд официально
отчеты представляет Минкульт, что у нас чистой прибыли там порядка 100 миллионов рублей в год. Это показатель хороший, это показатель независимости от Министерства культуры. Ну и это, и, конечно, объем большой работы. Но это столичные цирки, здесь большой поток туристов, здесь люди немножко в другой ценовой категории живут. А вот компания «Росгосцирк», которая покрывает больше 40 цирковых площадок по нашей стране, она убыточная. Она убыточная, и, к сожалению, серьезной тенденции на изменения нету, потому что либо надо очень сильно опускать билеты, что становится моментально нерентабельно, либо держать определенную ценовую политику, но массовый зритель ходить уже не может. Поэтому они не работают на аншлагах. У нас здесь порядка 88% загруженности в год. Там я боюсь, что эта цифра гораздо-гораздо ниже. Ты уже говорил о взаимодействии с братом Соскольдом. А часто вы с ним спорите? Мы с ним спорим в основном по творческим вопросам. То есть, если есть какие-то точки соприкосновения, которые не устраивают либо меня, либо его, мы можем, да, войти в жесткую дискуссию, как бы пытаться доказать свое мнение, привлекаем какие-то потусторонние силы, чтобы убедить друг друга. Вот так вот. Но... Я просто в одном из интервью прочитал, не знаю, лет 10 назад оно было опубликовано, что чуть ли не до драки надо можно. Мы можем подраться. То есть на полном серьезе просто начать драться. Да. Нет, это, конечно, это не идет как само собой разумеющееся, то есть любой скандал наш перерастает в драку. Нет, такое бывает раз в несколько лет. Ну, бывает, да. Вас растаскивают или пока вы не разбираетесь? Растаскивают. Mm-hmm. Потому что два здоровых парня, два тяжа, да, дело плохо закончится. Вечный вопрос можно прочитать, что в комментариях, что еще люди, которые так или иначе следят за цирковой деятельностью, вообще взаимодействуют с животными, накачаны ли животные чем-то, что они спокойно и не трогают? Ты знаешь, какая штука? Я сам себе задаю этот вопрос на постоянной основе. В плане того, вот, например, я смотрю своего коллегу, какого-нибудь дрессировщика, да, и думаю, вот накачанные животные или не накачанные? Но тут же я знаю ответы. Чтобы накачивать животного, это невозможно сделать незаметно. То есть представь, что у тебя 10 тигров. Если 10 тигров, то у тебя как минимум 5-6 человек обслуживающего персонала, которые убирают, чистят за ними, следят за ветеринарными там, какими-то процедурами, отвечают за чистоту, за порядок, все. И ты один не можешь подойти к каждому тигру ночью, уколоть, сделать. Для этого ты должен взять тигра, посадить его в клетку, в специальную, зажать его, потому что тигр не будет давать тебе укол, он же не наркоман какой-то, который сам подходит и говорит, нате, колите меня. Он же не понимает, почему иголка в него входит и делает ему больно. И эту процедуру надо теперь делать раз там, в день или раз в несколько дней, я просто не знаю, как это работает. Вот. И значит, что какие-то определенные люди будут знать это еще. Все, что знает больше одного человека, все подвержено риску, что это когда-то станет явью. Потом есть определенная текучка. Люди здесь не рабы, и люди не привязаны к своей работе какими-то жесточайшими многомиллионными контрактами, что они боятся потерять эту работу. Поработал полгода вот такой вот парень служащий, ушел к кому-то, уже бы были бы открытые интервью, уже бы были бы какие-то видеозаписи, скрытые камеры, мстили бы своему бывшему работодателю. То есть эта информация все равно бы уже стала доступной. И третий момент, а сколько это стоит? Я так подозреваю, что это не дешевая процедура. Каждый день 200-килограммового животного, то есть это определенная крупная доза должна быть. Ты должен вколоть, ты должен проследить дальше, чтобы там не повысилась температура, сердечко не остановилось. Ты должен знать дозировку, должен быть рядом ветврач. Поэтому это сказки. Это сказки, которые я, даже почву не вижу. Как можно отталкиваться, от чего можно отталкиваться, где помимо
самой истории mm-hmm. есть еще факты. Вот у нас Владимир Владимирович любит это слово сейчас говорить, факты. Трампа троллит он там. Вот. Мы должны опираться не на сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты. Назовите мне хотя бы один факт, который говорит о каком-то сговоре. Вот. Но фактов действительно нету никаких, кроме самих слухов. Вот и все. Назови самый жесткий случай в твоей практике. Взаимодействие, наверное, с животным. Потому что, понятное дело, что были многократные падения на твоих глазах, и люди получали серьезные травмы. Но вот именно у тебя что больше всего запомнилось? Ну, таких вещей могу рассказать очень много. Конечно. От того, что нашего деда в свое время загрызли, мы с маленьким, с братом были, и я его практически не помню. Как помнишь, он мне из больницы помахал последний раз, и все, и умер. Порванный весь, ему руку оторвали, там у него гангрена началась. Вот, 6 тигров его рвали. До того момента, когда ты абсолютно бессилен по спасению животных. У нас в Ростове два льва подрались, и один лев загнал клык ему прямо в сустав, где ахилл крепится. Ну, прям клык ему туда загнал, образовалась дырка, мы с дыркой эту начали обрабатывать. А попало заражение, и лев начал свою ногу в буквальном смысле слова есть. Она у него чешется, она у него болит. Мы его пытаемся, лев громадный, 300-килограммовый, мы его пытаемся как-то фиксировать, но ты же не можешь льва вот так вот закрыть там на 3 недели. Просто это невозможно, он же начинает разбиваться, он начинает стираться, он же не пациент, который понимает, что надо терпеть. И это было ужасно. И он сначала снял шкуру со своей ноги. У него вот такая часть ноги была, просто мясной чулок такой. И это заражение пошло дальше. И молодой лев, мы ничего не могли сделать. Кучу ветеринаров вызвали. Со всей страны ветеринары приехали, но льва так спасти не могли. Так и не смогли. Вот это заражение, оно шло, а он продолжал расчесывать, есть ее, куски мяса от себя отдирал. Это было ужасно. Животные понимают человека, его отношение к нему? Отчасти, да. Раз я с тобой разговариваю, я жив. Вот. И какую-то сверхзадачу мы можем выполнить по общению с животными. Ну и потом все же зависит от степени умственного развития животного. Животное животному рознь. Есть большое количество там, ну, имиджевых животных, с кем разговаривать, ну, в принципе, бесполезно. Ну, что это, как найти общий язык с удавом? Знаешь, с крокодилом, с тем же, с ящерицей, с пауком. Хотя это все какие-то интересные животные, опасные, красивые. Вот. А с такими животными, которые обладают интеллектом, приближенным, например, к собаке или к кошке, конечно, можно находить очень много интересных взаимодействий. И животное влюбиться в тебя может, несмотря на свою опасность. И человек очень сильно прогрессирует в своем умении общаться с животными. То есть, если я возьму сейчас, там окунемся мы с тобой в историю лет 70-80 назад, сам факт нахождения человека в клетке с тиграми уже был трюком, уже была некая героика, вот он такой молодец, зашел туда, здесь вилы, здесь ствол. Вот он там зашел, там, сделал пару трюков, вышел весь в дыму от патронов, понимаешь, укротитель, и классно. Сейчас дрессировщики работают вот с такими палочками. Ну, вот я когда вижу своих коллег, когда у него в руке там полметра, причем пластиковые палки, я как бы задаю вопрос, есть у нас несколько таких дрессировщиков, я говорю, а вот когда на тебя нападут, ты делал-то что будешь? Вот что ты будешь делать, вот когда на тебя нападут? И ответы на этот вопрос они не знают. То есть они надеются, что это не произойдет. Они надеются, что вот это взаимопонимание, которое сейчас у них происходит, что оно будет сохраняться. И рискуют. И, конечно, осознают, что это риск, на который они целенаправленно, добровольно сами пошли. Есть животное, с которым ты хотел бы, которого хотел бы видеть в качестве того, с кого ты там дрессируешь, с кем взаимодействуешь, но пока этого нет. Да,
Два вида животных меня очень сильно привлекают. Я бы хотел когда-нибудь с ними поработать, но эти животные сейчас очень-очень тяжело доставаемые. Это белые медведи и слоны. Вот этих животных сейчас очень трудно достать по многим. Слоны в нашей стране не размножаются, их нету. Из-за рубежа надо получить громадное количество правительственных разрешений и на вывоз, и на ввоз этих животных. Но в основном проблема, что сейчас многие страны признали слонов там, достоянием своих республик, стран, и тупо не продают. Сколько стоит слон? Ну, порядка 100 тысяч долларов. Порядка 100 тысяч долларов плюс-минус, смотря откуда ты его везешь. И белые медведи, которые сейчас находятся под охраной нашего государства. Хотя ситуация с белыми медведями немножко парадоксальная. То есть в нашей стране они у нас считаются вот такими особо охраняемыми, а в Канаде на них разрешена охота. Ну, так. А нельзя приехать в Канаду, не убить этого медведя, а просто поймать его и увезти? Ну, пока, честно, я тебе могу сказать, я пока не занимался вот рассмотрением вопроса покупки животных из Канады или из Соединенных Штатов Америки белых медведей. Но подозреваю, что это тоже дешево не будет. Сейчас китайцы в буквальном смысле слова ищут любую возможность, и предлагаемая цена за белого медведя в районе $1 миллион. Если чуть отойти, собственно, от цирка, когда произошло твое знакомство с единоборствами? Почему ты в них так влюблен? Ты знаешь, единоборства появились в нашей стране уже достаточно давно, там лет 25-30 назад, да, наверное. И при всем при этом они появились, как мне кажется, в цирках. Стали первые бои проводить в цирках. И это не только потому, что Федор свой первый бой провел в цирке, а потому что я, в принципе, помню вот эти вот 90-е годы, когда цирковые площадки активно использовались для проведения боев, тотализаторы, и в основном это были бандюги. Ну и все подпольное. Да нет, прям в цирке работали официально. Нет, я имею в виду, когда это становилось уже индустрией, mm-hmm. Когда это вышло из-под поля, понятно, что эти бои, как в фильмах, мы всех пародировали, нашли там фильм с Ван Даммом, где они там в свете фар дерутся, и у нас такое было. Вот. Но когда это становилось уже индустрией, то в основном этим всем занимались бандюги, потому что, во-первых, крепкие ребята были под ними, во-вторых, всегда можно было заставить кого-то выйти на ринг, в-третьих, можно было бы и не платить проигравшему. Поэтому ребята этим занимались и активно занимались. Вот. И я становился невольным свидетелем всего этого. Ну, в цирке мероприятия. Приходил, смотрел, нравилось. Бокс любил всегда. У меня папа занимался боксом в свое время. И как-то он меня к этому приучил. По телевизору Олимпийские игры, чемпионат мира. Старался не пропускать. Но по-хорошему я влюбился, наверное, все-таки 10 лет назад, когда я впервые познакомился с боями Федора. 2007 год, король ринга, я дерусь. И тут, когда мне стали менять моих партнеров, там, в ночь привели Епифанцева, там, через неделю привели Толика Журавлева, и потом кто-то ко мне подошел и говорит, ну, следующего, наверное, тебе приведут Федора Емельяненко. А я понятия не имел в 2007 году, кто такой Федор Емельяненко. Ну, просто ни сном, ни духом. Я говорю, наверное, буду драться с Федором Емельяненко. Такая мысль у меня. Ночью включил YouTube. Понял, что лучше не драться, да, с Федором Емельяненко? Я понял, что это сказка, никто мне Федора Емельяненко не приведет. Но я ночью просто просмотрел все его бои. И с тех пор я... Ну, как бы разглядел действительно большую гамму возможностей, потому что ведь бои тоже пришли к определенным правилам. Я прекрасно помню, переведутся в партер, опять же, в цирке, в боях каком-то, и лежат
5 минут просто ничем не занимаются, и это становится неинтересно, еще в уголке это клетки где-нибудь прижмутся. Не видно ничего. Ничего не видно, чего они там делают, как, и становится неинтересно. Бокс в этом плане всегда выигрывал, то есть динамика сохранялась, их растаскивали и все. Ну и эти правила тоже у нас сейчас как бы появились, судья может поднимать. Сам ты упомянул про король ринга, как ты вообще туда попал и... Что было самым сложным и как это изменило тебя, твою жизнь, взаимодействие, не знаю? Покойный Володя Турчинский позвонил примерно где-то, ну, чуть больше, чем за полгода до премьеры. Я был с братом в это время в Уфе, и он сказал, что будет некий контактный проект, а на тот момент уже были большие гонки, по-моему, уже бегали. Я понимал, что Это реально, что звезды начнут лупить друг друга. И я прямо на следующий день вместе с братом пошел в тренажерный зал. У нас там была секция бокса. В тренажерку мы уже ходили там. И познакомился с тренером Кубышевым, который сейчас Фирузу тренирует, и который достаточно хорошо набрал обороты в дальнейшем. И вот мы сразу к этому специалисту попали, на тот момент никому неизвестному. Вот, и начали с братом тренироваться. И я просто окунулся, в хорошем смысле слова, в мир бокса, потому что тут же принял правила, я имею в виду заниматься, диета, сон, отсутствие секса и все дела. Ну, то есть все, что надо, все я делал, как мне велели тренера. С чем было смириться сложнее всего? Я примерно подозреваю. С отсутствием секса. Я даже к Косте Дзюнак в какой-то момент обратился, подошел к нему и говорю: «Кость, я говорю, скажи честно». Я говорю: «Ты тоже так делал?» Он говорит: «Тоже так делал». Я говорю: «За сколько?» Он примерно говорит: «За месяц-два». Он говорит: «Просто заставлял себя не тратить энергию». Сколько длилось твое воздержание? Ну, месяца два до первого боя, уж 100%. 100%. Но моя девушка на тот момент, Елена Петрикова, с пониманием отнеслась к этому. Она понимала жесткость происходящего, настоящность происходящего, потому что я потом в случае проигрыша винил бы и себя, и окружающих, и вообще все. И нет, в этом плане все было хорошо. Когда ты подписывался под эту историю, был ли у тебя в мыслях, что вот этой звезде я бы действительно хотел дать по морде? Был ли такой человек, с которым ты действительно хотел подраться? Ты знаешь, я хотел бы подраться на тот момент сразу еще раз с Епифанцевым, потому что как-то неуважительно он отнесся к этому проекту. И да простит меня Володька, но я любитель говорить правду. Его накачали. Его чем-то накачали, потому что то, в каком он состоянии был, это видно даже по нашему первому бою. Когда он падал, а 96 килограмм, когда в голову прилетает, то обычно люди плывут после этого, а он просто навзначь падал, вскакивал, как будто вообще ничего не произошло. Важно уметь соперника в глаза смотреть. Ну, поглядим. Рост почти одинаковый, 185. Ну, давайте. Так, левый щупает защиту Епифанцева. Посмотрите, как уклоняется Епифанцев. А, пропускает. Эдгард очень уверен. Чувствует себя безоговорочным лидером. Если вы... Кто в этой борьбе? Так нельзя. Вы что, Эдгард? Ну что вы без этого захватываете? Епифанцев легко показывает, передвигает на ногах, что он абсолютно в порядке. Ноги у него спортивные. Как легко двигается. Дергает лево-право, дергает. Видите соперника. Молодец, он не растерялся. Иди туда. Возьми дороги. Снимай чужую команду, спокойно. Открыто перчатка бьет. Ни секунды потрачены на разведку. Сходу открытые действия. Табачник готовит удар правой. Вообще, Володя Кипанцев уклоняется, но... Ровно в ту сторону, откуда летит кулак Запашного и пропускает серьезный удар в голову. Еще один. Да. Открытой перчаткой. Запашный, не спорьте. Рефери всегда король на ринге. Александр Калинин сегодня как-то встревожен. Он очень просто внимателен. Поворачивай перчатку.
Несколько ударов прошли запасного до цели. Страшный удар правый, жуткий. Если попадет... Вот просто вот как будто вообще ничего не произошло. Как будто он споткнулся. И когда вот этот бой прошел, а я же не знал, все это я стал понимать только на ринге. И когда закончился бой, и он бой тяжело мне дался, я руку порвал себе. Ну, хотя это никак не связанные вещи, травма есть травма. Вот на тот момент я думал, блин, ну дать бы тебе в нормальном состоянии, чтобы ты действительно, ну как бы, с уважением относился к спорту и к твоим соперникам. Потому что он привел каких-то ребят непонятных, у человека вот сюда вот в сторону стоят волосы, и он измазан мукой от и до. Ну видно, что парень непростой какой-то, худой вот такой, дрыщ, глаза безумные, ну... Непростой парень. И второй момент, с кем я уже хотел подраться бы с удовольствием, без особой какой-то злобы, без желания за что-то наказать, это был Женя Дятлов, мой второй бой. Потому что я был неполноценен. Потому что у меня уже была серьезная травма, я знал, что у меня разрыв связки подлопаточной мышцы. Я фактически весь бой левой рукой просто-напросто, ну как бы, фехтовал. Один раз они уже встречались в самом начале короля ринга и выиграл это. Так что Дятлову есть чем отвечать, за что бороться. Не только выиграть, но еще это сравнять личный счет, понимаете? Что же? Поехали. Первый раунд. Может быть, там покажут. Здесь Юля, жена Дятлова, Женя, которая совсем недавно говорила в лечении. И то, что Василиса тоже здесь, крошечное место лечения. Вся семья Дятлова, выиграла в лучшем месте. Да, они привезли ее в Белграду. Итак, левый раунд, пока разведка с дистанции. Запас напоминает Дятлову, как страшна его левая рука. А так, видите, прощипывает. Тут 5 раундов, а не 3, 5, а не 3. Очень много зависит от того, как они физически подготовлены. У Эдгарда тяжело болит правая рука после одного из боев. Видите, даже замотан. И тогда же повязка. Чуть-чуть застаивается за прошлой правой дистанции. Дятлова достигает цели. Это симптом такой тревожный для Эдгарда. Нужно быть внимательней. Сможет ли он включить свою правую руку? Он чрезвычайно мужественный человек. Он вышел боксировать, несмотря на то, что каждый удар правой доставляет ему дикую боль. До сих пор уже месяц с лишним прошел. Да. Это очень существенно. Это бокс, это не шашки. Здесь вот и все. А сил и техники, я думал, мне хватило бы, чтобы просто его положить. И хотелось в финальном бое все-таки, ну, грохнуть своего соперника. При всем при этом я крайнее уважение испытываю к Жене и благодарю его вообще за нашу дружбу, за человечность, за все. Но просто вот как спортсмен со спортсменом, я знал, что я мог бы выступить гораздо лучше. Вот и все. Приз у вас был 1 000 000 рублей? Да. А не обидно ли, что в первом сезоне 1 000 000 рублей, а во втором хаммер давали? Да, ну что значит? Ну что значит обидно? Нет, не обидно, но это хорошо, что проект раскрутился, стал гораздо популярнее. Но я тебе могу сказать, что на тот момент это не очень большая разница. Все-таки тогда 1 000 000 рублей, и сейчас 1 000 000 рублей, это ощутимая разница. Я купил машину на свои призовые, Лене подарил Мазду, по-моему, 3-ю модель я ей подарил. Понятно, не Хаммер. Вот, но за свой 1 000 000 рублей я тогда купил ей хорошую Мазду. Я помню, что когда ты вот опять-таки в одном из тогдашних интервью говорил, что во время лечения травмы насмотрелся вот на детей, и тогда тебя посетила мысль, что пожертвовать деньги на их лечение. Это в итоге было реализовано? Да. Это реализовано было не однажды. Мы с братом достаточно часто ездим в различного рода заведения, и это не только дети онкобольные, которые часто сейчас в нашей стране, слава богу, стали посещаться многими артистами, но это и дети
либо сами алкоголики, либо из семей алкоголиков. Это и наркоманы, и зоны для содержания малолетних преступников, и большой спектр, и детские дома, естественно. Ну, я даже примерно не знаю, какое количество десятков таких учреждений мы с братом посетили, и на постоянной просто основе ездили туда не с пустыми руками, дарили там в Ульяновске там, штук 20 велосипедов мы привезли, подарили, в Москве там стиральную машинку, ноутбук и еще что-то. Ну, нету у них в отделении, мы привозили. Деньги перевозили, у меня большое количество, вон они все в ящиках лежат, количество благодарственных писем от различного рода фондов. Ну, этой работой мы занимаемся постоянно, и я постоянно призываю всех своих коллег делать это. Но я убедился, знаешь, в чем, что не всегда деньги являются ключевым. Это надо просто увидеть, это надо просто понять, когда ты идешь с доктором по палатам, идет взрослый человек, там лет 50, мужчина, доктор в халате. Мы открываем дверь, он заходит и говорит: это там Иннокентий, Иннокентию 8 лет. Поворачивается ко мне, говорит, ему осталось 2 недели. И Иннокентий это слышит. И ты в таком ступоре. Я говорю, а зачем вы это при нем говорите? Он говорит, а он знает. И все, и в это время мир перестает существовать для тебя, как для человека. И ты понимаешь, что ты сейчас завали его тут деньгами. Это не поможет. И сейчас для Иннокентия гораздо важнее внимание. И он самым счастливым ребенком становится, когда через там полчаса мы даем ему благотворительный концерт, когда наши артисты выступают, вытаскивают клоуна его на сцену, с ним работают, взаимодействуют, шутят. Он полностью забывает про последние свои 2 недели, и он становится хорошим, вот таким ребенком, счастливым, каким он должен быть. И я понимаю, что вот это даже сейчас, ну, просто гораздо, гораздо важнее. Вот, поэтому мы очень часто ездим, не просто там возим деньги какие-то, а часто ездим вот с такими концертами, потому что особенно к онкобольным. Особенно к онкобольным, потому что они находятся, ну, в другой реальности, нежели мы. Врачи работают, и клиники неплохие, и все. Но есть, к сожалению, вот такие жизненные ситуации. Королю Ринга, сейчас ты бы подписался на это? Повторение банкета. Ты знаешь, сейчас мне 42 года, и, по-моему, в таком же возрасте тогда Толик Журавлев дрался, я не помню, сколько ему было. Он себя приводил в порядок. Я бы сейчас просто-напросто встал бы перед выбором. Ведь прежде всего такой проект – это что? Это популяризация самого себя. Ну, что скрывать? Это пиар. Это пиар. И стоит ли овчинка выделки затраченных сил? Потому что это надо погружаться. Это надо пахать в совершенно другом ритме, нежели я сейчас работаю. У меня так-то на семью времени по минимуму остается. А здесь, мне кажется, мне вообще надо будет уйти из дома. И... Ну да, ну как нет. И работа, от которой я никуда не денусь. И спорт. И все. И заставлять себя, нагрузки гораздо тяжелее, естественно. Потому что бокс это требует прежде всего бега. А бег, чем ты старше становишься, тем тяжелее тебе этим всем заниматься. Морально особенно. Просто надо, да, заставлять себя бегать, дышать. Вот и все. Поэтому я бы, наверное, посмотрел бы сначала на спектр приглашенных туда людей. Если это просто куча сбитых летчиков или еще не сбитых, которым нужно пиариться за счет таких, как я, ну нет. Точно откажусь, скажу, ребята,
пускай они достигают популярности за счет своего труда. А если это будут звезды такой хорошей величины, которых мы с вами все знаем, и которые просто идут туда, ну, в какой-то степени кайфовать, заниматься спортом, и этот уровень у нас у всех примерно одинаковый, то, возможно, я согласился бы. Вот так. Когда ты начал вдохновляться Федором, я уже понял, 2007 год, как произошло ваше знакомство? Вот, ты знаешь, к сожалению... Это был какой-то конкретный момент, или это просто поэтапно все, виделись? Ну, как-то к Федору так получалось, что я подбирался постепенно. Постепенно у меня друг есть, мой Роман Коробко, он цирковой артист, продюсер, и он с Федором познакомился раньше, чем я. И начал про Федору говорить про Эдгарда, привозил мне какие-то перчатки подписанные им или еще что-то. Когда стали вот в тех кругах говорить про Запашных, про цирк, я помню, как Вадим Фелькенштейн позвонил мне, говорит: «Эдгард, у нас бой будет в Олимпийском, и я бы хотел, чтобы ты мне помог с артистами, которые будут выводить бойцов». И бой Федора главный. Я говорю: «Мы всех будем выводить?» Он говорит: «Всех». Я говорю: «И Федора, и Федора». Я смотрю, суббота. Или суббота, или воскресенье, не помню, когда он там дрался. Я в это время в гастроли у меня в Туле. Я освобождаю половину своей труппы. Просто половину. Нанимаю автобус, говорю: «Дуйте в Москву». Я понимаю, что я мог бы с Федором просто вот так рядом стоять. Потому что от этого никуда не деться. Мои артисты будут его выводить. И я хотя бы его вживую вот так увижу. Это были худшие дни моей жизни. Потому что гастроли я отменить не мог. И я завидовал тупо своим артистам, которые приехали неимоверно счастливыми. Говорят: «Мы видели Федора живым». Рядом вот так с нами стоял. Кто-то с ним сфотографировался. Кто-то еще что-то. А потом я был на других боях, и Федор был в рингсайте. И я помню, когда вот Роман просто сказал: «Эдгард, пойдем, он хочет с тобой познакомиться». Я подошел, взял футболку, попросил автограф, пару фраз мы вот так перекинулись, и я ушел. Я всегда отношусь с большим уважением к личному пространству любого человека, не навязываюсь. Если человек сам не пытается раскрыться, то я не буду его раскрывать. Ну, а Федор достаточно замкнутый человек в плане того, что не всех он рад всегда видеть в своей жизни. И он тоже ко мне какое-то время присматривался. Вот и все. И так на протяжении, не знаю, нескольких лет мы стали вот так все ближе и ближе, чаще и чаще видеться, общаться. Ну, так вот. Какая самая удивительная история из твоей практики о Федоре? Вот что тебя поразило в нем, допустим? Что он сделал или что сказал, как себя повел? Ты знаешь, его желание быть добродушным меня немножко поражает. Потому что я сам был свидетелем того, как Сонан... аж вскочил, когда Федора увидел в отеле, сидел с кем-то, разговаривал, вскочил и глазами его выстреливал. Федор увидел, пошел к нему, поздоровались, тот с ним разговаривал, как со своим тренером. Вот видно, что вот прямо уважает человека. Вот прямо уважает человека. Как только на ринге он оказался, вот этот поток грязи летит в Федора. А Федор этого, ну, даже не слышит, просто он к этому даже морально не готов. Понимаешь, все, у него хорошее к нему отношение. У него... То есть это чисто наигранным было чело, это на самом деле не так? Нет, я не понимаю, вот падло он или не падло, понимаешь? То есть я этого не понимаю, что это за человек, который вот так вот переобувается. Для меня, если ты человеку жмешь руку один на один в лифте, и потом из лифта выходишь, и тут 100 человек, и тебе надо понтануться его оскорбить, у меня не вызовет это уважение. Тут же веслом надо по башке дать за такое поведение, и все. Вот. А Федор... Ему переводчик переводит, и я вижу, как он искренне в это не верит. Понимаешь, как он говорит: «Да ладно, хорошо, он не мог он такого сказать, он нормальный парень, вы что, мы только что в отеле типа с ним разговаривали». И я понимаю, что вот он действительно верит в доброту, он действительно верит в то, что люди не могут быть или не должны быть подлыми. Понимаешь, вот это немножко поражает. Я такой сижу, думаю: «Боже мой, Федор, ты на какой планете живешь? Но ведь этот говнюк сейчас рядом с тобой, он же говнюк самый настоящий, понимаешь?» Вот это немножко как бы в нем и подкупает,
что вот такая вот, и это же искренне, это же не понты, это же я вижу, я во всем этом процессе принимаю участие. А с другой стороны, когда я пару раз пытался ему что-то сказать, он говорит, я не хочу слышать грязь, ну давай не надо. Я говорю, все, давай не надо, пожалуйста. Ну вот так вот, ну вот он хочет верить в доброту, хочет верить во что-то очень хорошее. Как ты относишься к условной или неусловной грязи в свой адрес, когда тебе начали говорить, что ты делаешь в углу у Федора? Ну, с одной стороны, как к чему-то ожидаемому, потому что когда Федор проиграл, у нас так устроен болельщик во всех странах мира, он тут же ищет виноватого. Он оказался ты. Ну, надо же на пост козла отпущения кого-то оформить. И это, при всем при этом, если бы тогда Федор выиграл бы, кто-то даже не заметил. Наоборот, может быть, даже сказали, Запашный приносит удачу. Это было бы примерно так, понимаешь? Вот и все, сейчас вон Англия вылетела, кто виноват? Мик Джаггер. Ну, а кто еще? Да, кто еще? Ну, конечно, он там сидит на трибунах, эти голы не умеют забивать, а виноват Мик Джаггер, понимаешь? И это же на полном серьезе все. Мик Джаггер виноват, что-то приятно. Ну, бред полный, конечно, но все это выдается вот так на полном серьезе. Поэтому здесь я отнесся с некой формой понимания. С другой стороны, я понял, что вот эти болельщики, которые начали критиковать, и пару журналистов, которые написали статью, я понял, насколько они непрофессиональные люди. Насколько они плавают в этой теме, но очень сильно строят из себя специалистов. Очень сильно строят, потому что когда я вижу, как выводит Майк Тайсона, и сзади него идут там 20-25 человек, за ним иногда ходило, помнишь, вот эту реку? Это говорит больше о самих организациях, чем о Майке Тайсоне. Реку, да, за ним идет там. И я понимал, что это не есть тренерский штаб. Там 4-5 человеков, специалистов, там Катман, не знаю, кто ему лапы держит, какой-нибудь там. Я не знаю. Друзья, братья, да, а остальные все это ребята, которые приятны ему, которых он любит, которые, может быть, вовремя ему подмигнут или что-нибудь скажут, у него настроение повысится или, наоборот, настроит его как-то вовремя. Но он этих людей хочет с собой рядом видеть. И он говорит, вы идете за мной. И здесь то же самое, когда Федор, я же не был готов, что я с ним пойду на ринг. Я просто был в его команде, все, не мешал, все дела. И вдруг он мне говорит, Эдгар, пойдешь, понесешь то-то, будешь держать баннер и будешь... Все, мне Федор это сказал, я буду это делать. И наплевать на то, что я народный артист России, наплевать на то, что я звезда, наплевать на то, что это вообще не мои функции. Может быть, даже где-то кто-то скажет, о, Запашный опустился до того, что полотенце Федор унесет. Искренне было наплевать на то, что люди будут это говорить. Вот я помогал своему другу. Друг мне сказал, Эдгар, возьми то-то, и я буду. Ты знаешь, как это все равно, что для меня будет большой честью у Михалкова сыграть «Кушать подано». Да, это полсекунды в фильме, но все равно это для меня будет большая честь, потому что это Михалков. Вот как-то так. Поэтому здесь я с некой степенью, спасибо тебе большое за то, что ты мне тогда дал выговориться, но меня это немножко удивляет, что вот эти псевдоспециалисты, диванные специалисты, а их действительно очень много, это не один, не два человека, это сотни активных людей, которые действительно ни хрена не разбираются, как в это все устроено, но с большим энтузиазмом все комментируют и все это выдают с красивыми текстами. Зачитаться можно. А что дальше у Федора? Ты планируешь лететь на следующий бой? Федор меня позвал на следующий бой, задал мне вопрос, полечу я или не полечу. На сегодняшний день я планирую эту поездку. То есть, если, слава богу, все будет на работе и будет спокойно, и брат действительно сможет меня отпустить, как это он уже делал дважды, я имею в виду, не будет никаких несерьезных травм, никакого напряга, не будет там посещения первого лица государства в это время нашего цирка, я спокойно могу уехать, то я полечу. Насколько
насколько я помню, у тебя есть внушительная коллекция перчаток, которые ты снимал с заключительных боев спортсменов. Да. Во-первых, кто были эти люди, чьи хотел бы получить еще? И особенно меня еще интересует, уже говоря о коллекции, это вот та шляпа, которую ты получил. Ну смотри, я не могу сказать, что все перчатки были сняты, ну в смысле последние. Последние. Но многие сняты действительно прямо с рук. Это Бату Хасиков, это Федор Емельяненко, это Николай Валуев. Просто подписанные перчатки у меня есть Феликса Савона, Рой Джонса, Дениса Лебедева, Костя Дзю, вся сборная Кубы. У меня Феликс Савона отдельно и сборная Кубы отдельно. Вся сборная там от легкого веса до тяжелого. Кто-то еще, я забыл. Они у меня дома лежат. Ну, а вот это вот фанат. Это моя слабость, моя страсть, моя любовь, мой кумир, Майкл Джексон, с детства на которого я равняюсь. В хорошем смысле этого слова, несмотря на то, что я последний раз пел «Никогда». Вот. Я просто в этом человеке увидел трудолюбивого, талантливого мастера, который, несмотря ни на что, шел к своей мечте, добился этого, ушел рано, но остается примером для многих-многих поколений вперед. И я был на его концерте в 96-м году в Ростове, и загорелся мечтой, чтобы у меня дома что-то было от Майкла Джексона. И когда... Это его, да, сейчас расскажу. И когда в Лас-Вегасе, ну, после его смерти, вдруг открытый аукцион объявили о распродаже вещей Майкла Джексона, мне мой друг, итальянец Дэвид Ларибли, прислал целый список вещей, лотов, которые выставлялись. Там было несколько рисунков Майкла Джексона, там была шляпа, там был его вот этот золотой костюм, в чем он открывал концерты. Носки и плакаты подписанные. Лотов 8 или 10 он мне прислал, и когда я только увидел шляпу, я сказал: шляпу. Он говорит: Эдгар, шляпа дешево не будет стоить. Я говорю, сам узнал аксессуар, по сути. Да, я говорю, мне не важно, сколько она стоит, я говорю, я готов за нее побороться. И где-то на протяжении полугода, там какие-то вялотекущие такие были торги интернетовского характера, и я смог купить. Это оригинал Майкла Джексона, это его шляпа с сертификатом, то, что это она принадлежала ему, там автограф его, на автограф отдельный сертификат, и вот в эту коробку, она закрытая, зашитая, но я до сих пор даже как-то сам не решаюсь ее открыть. Честно, хотя очень хочется просто дотронуться до вещи Майкла Джексона, просто дотронуться. Не открывал. Она запечатанная, глухо запечатанная коробка. Но я, наверное, когда перееду в дом свой, я уже отдельное место для этой шляпы выделил, я, наверное, все-таки поменяю коробку, сделаю так, чтобы она открылась. И для каких-то людей, которые вот так же трепетно относятся к Майклу Джексону, эту шляпу я буду доставать.